На проспекте Небесной Сотни бывшем маршала Жукова ребенок внезапно выбежал на проезжую часть и чудом остался жив. Видео в сеть выложила муниципальная служба спасения 077. На кадрах видно, как ребенок лет 4 выскакивает на дорогу в тот момент, когда машины начинают ехать на зеленый сигнал светофора. Ему удается преодолеть 2 ряда, да и то лишь потому, что водители затормозили. Машина в 3-м ряду остановилась только когда малыш с разбегу врезался в ее правую дверь. Как видите, родители заметили свое чадо уже после того, как произошло столкновение. Малыш чудом не получил серьезных травм. Скорую полицию взрослые решили не вызывать.